Всем привет, ребятки! Сегодня, смотрите, от индивиста вышла видеопремьера, которая на сегодня. И, кстати, видео выйдет 15.15 именно сегодня. И смотрите, вы видите, а покажут официальный трейлер игры. Блин, как же она называлась? Сейчас, ребятки, я просто реально забыла эту уже название на русском именно. Вы знаете, я тут поназагружал тут роликов. Еще 2 ролика по Scream 5 Friends, и уже все, уже больше не будет. Ну, хотя, вы знаете, будет же обновление, так что еще пару видосиков могут быть. Ну, то, что с главом, и где там будет Чарли Лис, то тогда... Ну, подожди, по-моему, я фоткал именно это. Так, сейчас. Нет. И это не фотка. Я забыла реально название. Ну, в общем, вы видите, где вот эту... И, видимо, вы знаете, я понял, как будет начало трейлера. Вот это мои предположения, смотрите. Сначала будет именно... Видите, только, скорее всего, тизер показывали, это трейлер будет уже. Или нет, ну, я не знаю, может, то трейлер, видимо, уже удалили или нет. Ну, или обновление трейлера. Ну, в общем, ладно, не буду придираться, смотрите. Вот, кукла, вот это маленькая пакость, вот эта кукла, оживает, именно вы видели в том трейлере, и она просто, видимо, слышит звуки, которые проезжает машина, она запрыгивает на окно и видит машину, и она как-то, может, забирается как-то на крышу или через окно, прыгает, и стекло машины именно. И вот, и она... И все треснуло стекло, лобовуха наша. И все и потом мы, конечно, хотим остановиться, но потом из-за того, что лед был, мы скользили, и вот полетели, и все прям в озеро, то самое впереди. Полетели, и все машина теперь в озере, и все И мы потом, нам нужно как-то выбраться, и все. И потом мы замечаем, что этой пакости уже нет, и она убежала. Потому что она выпрыгнула из стекла, чтобы не утонуть, и все. И нам, может, надо как-то машину ту зеленую как-то вытаскивать, или уже как-то... Ну, видимо, да, надо вытаскивать и чинить, и уезжать. И победить эту куклу. Заразу мелкую буду так называть именно, например. Но вы знаете, что уже есть предрегистрация в App Store, но там уже не показывает дату выхода. Таких типа, вот он на Хорбрау, там не показывает дату выхода. Да. Ну ладно, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока. Это были мои предположения. Что будет в трейлере?